известному артисту Анатолию Катиневу уже за 60. За плечами артиста большая фильмография. Он родился в Сухуми, но детство актеру пришлось провести в невинном Мыске. В 7 лет Анатолий стал посещать театральную студию и понял, что сцена – это его призвание. Несмотря на то, что у артиста никогда не было недостатка интересных ролей, он стал дополнительно подрабатывать. Природа наградила Катинева. И еще одним талантом он прекрасно рисовал, а также вырезал по дереву, кости и камню и занимался ювелирным делом. Работы артиста всегда имели своих покупателей. Катинев – один из тех людей, кто привык все делать хорошо. И это относится к его личной жизни. Его супруга Светлана Боровская – известная телеведущая в Беларуси. Женщина моложе супруга на 12 лет. Катинев, в первый раз увидев Светлану, влюбил в себе с памяти. Но девушка не сразу ответила взаимностью на чувства Анатолия. Светлана, как и ее знаменитый супруг, ведет активный образ жизни. В ее родном городе известную ведущую знают все. Супруги счастливы. Они так долго живут вместе, что чувствуют друг друга без слов. Анатолий и Светлана уже вместе более 30 лет. Их история любви должна стать примером для многих людей, которые должны научиться беречь свои чувства, несмотря ни на что. Стоит отметить, что в браке родились сыновья Владимир и Клим. Старший окончил философский факультет университета, пел в церковном хоре, занимался карате. Младшего в первую и, как говорит отец, во вторую и третью очередь интересуют компьютерные технологии. Сейчас семья живет в Минске, свободное время предпочитает проводить на даче у Вилейского водохранилища. На странице актера в Инстаграме есть личные и рабочие фото. На них можно увидеть плотного, но подтянутого мужчину, от которого веет здоровьем. А вам нравится этот артист? Пишите свои мысли в комментариях.